Всем привет, дорогие друзья, снова с вами Станислав на канале Шоу-Стрибун. Вы меня часто просите, чтобы я каким-то рецептом вас удивил. Вот я припас для вас специально обалденный вкусный рецепт приготовления куриной печени. Готовится легко, просто и, конечно же, необычно. Начинаем готовить? Поехали! Первым делом нам понадобится лук, всего одна луковица. Разрезаем пополам. И просто нарезаем полукольцами. И готовить будем сегодня печень куриную в банке. В первую очередь на дно отправляем лук. Также нам понадобятся яблочки. Нам нужно нарезать на вот такие вот долечки. Нам понадобится буквально пару долек. Не нужно много отправлять на дно. Я думаю, 4 дольки вполне достаточно. Что я сделал с печенью? Я ее почистил. Тут имелись такие белые пленочки. Я их убрал и разрезал на две части. Теперь нам нужно ее присолить. И слегка приперчить. И хорошенечко перемешать. Следующий слой у нас печень. Следующий слой у нас опять яблоки. Все, и повторяем опять же печень. Яблоки, печень, яблоки. Сверху вместо крышки буду использовать фольгу. Ну вот и все, отправляем в духовку, выпекать буду при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут, в зависимости от духовки. Итак, банка с печенью у меня простояла 35 минут в духовке. Духовку я выключил и оставил еще на 5 минут, чтобы она именно просто постояла в духовке, дошла, скажем так. Распаковываем. Ребята, а какой аромат, бомбический, яблочки, достаем нежнейшую нашу печень. Давайте разрежем и посмотрим, какая она у нас внутри. Ах, ребята, просто красотень. Нежнейшая. Знаете, с чем вкусна такая печенька? Печень со сметанкой. Пробуем. Вкуснейшее, нежнейшее. Самое интересное, друзья, и самое главное в этом блюде, такая печень может подойти к любым салатам. Почему? Потому что она осталась целая, не повредилась. Ее не нужно было мешать, она готовилась именно в одной посуде. И получилась очень нежная, ароматная. Так что, друзья, готовьте. Просто бомбически. Не забывайте, друзья, если вам понравилось видео, ставить лайки, комментировать и делиться с друзьями. И, конечно же, кто еще не подписался, подписываемся, чтобы не пропустить новых моих видео. Готовьте вместе со мной, комментируйте. Мне очень приятно на самом деле. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока.